Всем здорово, с вами Иринка. Иринка сегодня ест чипсы. Всем мы чипсы едим. Ребрышки гриль. Смотрите, какая. Не идет, напишите. Сейчас попробуем. Вкусно, нет? Какая вкуснятина. А кто там пишет, не повторяй Костылеву, да идите вы все в жопу. Вот так вот. Вкуснятина. Да, руки грязные. Тут просто попрошайничают. Это еще неделю назад Светочка мне привозила. А Винка никак съесть не могла. Вот думаю, надо сейчас съесть. А как хрустят, вы чувствуете? Слышите? Виталик, тебе привет, приходи в гости, я тебя угощу. Угу. Видите, какие у меня тут яблочки растут. Даже неплохие ребрышки на гриле. Угу. Помога. Таракан какой-то заполз. У меня даже, представляете, кошка ест. Ну да. Муся, лучше зарабатывай. Слышите, у нас гром гремит. Ну и что ты делаешь? Да, у меня даже кошка ест чипсы. Куда ты тянешь руки? Угу. Ну, попрошайничают тут сидят. Эй,
Муся, ты знаешь, что зарабатывать надо? Ну на-на-на, ты заработала. Ну так вот, заработала Муська. Какая комнатина. Гром гремит, земля трясется. Это кто-то срать несется. Гром гремит. Все съела. Я не поняла, что ты руку протянула. Тут две руки тянется. На. Вкуснятина. А яблочки, растут. Цветочки повернули. Ладно, короче, на этом всем пока. Динка будет доедать чипсоны. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока.